Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника «Коровиной». Раздел «Из русской литературы 19 века. Антоний Погорельский». Рубрика «Размышляем о прочитанном». Третий вопрос. Почему Алёша пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор? Что он хотел увидеть? Чего ожидал? Почему его разочаровал приезд директора? Ответим. Алёша ожидал увидеть, когда в переулке появится добрая волшебница, которая оставила круглые дырочки специально для него и передаст ему какую-нибудь вещицу или письмо от родителей. Алёшу разочаровал приезд директора, потому что ради этого приезда на кухне решили зарезать его любимую курицу-чернушку. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!